Привет всем! В этом видео я вам буду рассказывать про инвестиции, про мотивацию. Нахожусь сейчас в другом городе, в отеле. Приехал сюда инвестировать $5000 в один бизнес. Что это за бизнес, я вам сейчас не скажу. Скажу позже, если вам будет, конечно же, интересно. Просто придерживаюсь такого вот правила. Сначала сделай, добейся, а потом уже рассказывай. И вот решил записать такое вот вступление. Также смотрите, за июль у меня получилось заработать 506 тысяч рублей. Также я планирую заработать 500 000 за август, даже за половину августа. Вот такие вот у меня дерзкие планы. И скажу вам так, что мечты всегда должны быть нереальными, иначе это будут просто планы на завтра. Итак, это видео будет разговорным, много всего вам расскажу интересного, так как вы знаете, что все, что я рассказываю, это все на моем опыте. Итак, многие меня спрашивают, куда я инвестирую деньги, и много мне задают вопросы. Сейчас я инвестирую это в криптовалюты, в биткоин, лайткоин и остальные другие валюты. Также я инвестирую в акции компаний. Кому вот будет интересно, все расскажу это вообще в отдельном видео, потому что там много рассказывать. Я инвестирую, как вы знаете, на 10, там, 15, 20 лет. Биткоин, лайткоин, я их покупаю. И с надеждой, что через 10-20 лет они очень-очень поднимутся в цене. Также я покупаю акции тех компаний, которые еще не вышли на биржу, которые вот-вот только начинаются, так как в свое время там Apple, Facebook, да, кто их купил очень давно, они теперь миллионеры. Вот такая вот ситуация. Люди мне задают вопросы, вот говорят, у меня вот есть $100, $200, посоветуй, вот куда их вложить, чтобы заработать. Ничего вам не посоветую. Ну, сейчас это криптовалюты, потому что на криптовалютах очень сейчас можно хорошо подняться. Но, опять же, вам это нужно все изучать, смотреть информацию, гуглить. И также хайп-проекты. Хайп-проекты, конечно же, там есть риски, но это все тоже вам нужно изучать. Вот если вы хотите вот двигаться в данной вот сфере, так что уделите, пожалуйста, этому время, посмотрите ролики, да все посмотрите. В Ютубе сейчас много информации, на всяких сайтах, на форумах. Вам нужно вот этим вот заниматься. Многие сейчас мои друзья торгуют на бирже криптовалют, там можно сейчас нормально заработать. Также сейчас есть майнинг, можете майнить, тоже посмотрите, как это все делается. То есть, народ, если вы хотите этим заниматься, да, нужно этому уделять время. Не так вот, сколько вы там, например, сидите за сериалами, сколько вы тратите время впустую на игры. Вот это все время потратьте на себя. Прочтите книгу, прочтите какую-то статью. Вы столько теряете на этом времени. Вы можете инвестировать в себя и изучить какую-то полезную для себя информацию. Так что я вам советую сейчас, кто хочет вот этим вот заниматься, заниматься криптовалютами, потому что за ними будущее. Также можете смотреть хайпы, но это все нужно смотреть, гуглить. Это все делается не за день. Вы совершите, прежде чем вы начнете зарабатывать, будут ошибки. Это нужно все, вот к этому быть готовым, что вы готовьтесь потерять деньги для начала. Да, готовьтесь, потом вы будете зарабатывать, но сначала вот так вот не получится. Вот вы все посмотрели, думаете, я все знаю. Все равно у вас будут определенные ошибки. Рассказал также по поводу банков. Ну, не знаю, ли выгодно туда инвестировать. Я говорю про депозиты. Сейчас я много денег в банках не держу, потому что сейчас будущее за криптовалютой. Сейчас вообще банки будут отходить далеко уже, потому что сейчас даже сейчас валюта уже будет отходить, потому что сейчас будет все в интернет-валюте. Так что за этим будущее. Теперь по поводу мотивации, да, вот снимаю в своих видеороликах я там деньги, дальше снимал видео, как ел утку в Пекине, и такие вот встречаю комментарии: блин, ты снимаешь, как ты хаваешь утку, а у нас ничего нет есть, мы дошики здесь едим. Народ, это наоборот должно быть для вас мотивацией. Вы должны смотреть и говорить: блин, круто, я тоже хочу такого добиться. Я когда смотрел видео там Александра Тихомирова, кто не знает, загуглите, смотрел, как он путешествует. Даже того трейдера с Рублевки смотрел, когда у меня вообще ничего не было, он там в Дубаях на машинах рассекает, много денег у него. Я такой сказал: блин, я тоже хочу, например, зарабатывать, как трейдер с Рублевки. Я сказал, что я этого добьюсь, значит, я этого добьюсь. Вот, и я этого всего добился. И у вас должно быть так же, вы не должны обсуждать, вот какое плохое правительство, вот какой плохой рэпер-трейдер, какой плохой тот. Кто вам мешает зарабатывать? Взяли себя в руки
оторвали свои жопы с дивана и начали зарабатывать, начали учиться, начали работать над собой, и все у вас получится. Это 100% гарантия успеха. Если вы будете работать, еще раз работать над собой, никогда не отступать, у вас все получится. Да, на первых порах тяжело. Когда я вот начинал, вы знаете, я с самого-самого нуля, у меня ничего не было, ни квартиры, нигде не было где жить, по общагам я тусовался. Дальше не было денег на проезд, даже на еду не было денег. Я ходил по друзьям, вот когда я только это все начинал. Потом подсобирал деньги на квартиру, снял квартиру, и вот так вот все это у меня пошло. Я не отступал, я знал, я читал книги, я знал. Вот произойдет момент, и это вот все, и у меня все прорвет, и все получится. Да, сначала очень тяжело, когда ты вот все это читаешь, знаешь, а у тебя ничего не получается. Но нужно никогда не отступать. И вот сейчас у меня все отлично. Так что, вот такое вот видео. Народ, это видео должно быть для вас мотивацией. Встали, хотите заработать, вы обязательно заработаете. Никого не обвиняйте. И помните, все зависит от вас. Хотите, вы будете зарабатывать. С вами был Рэпер Трейдер. Ставьте этому видео лайк. Стараюсь для вас давать полезные видосы. Подписывайтесь на канал. Всем пока.